На этой неделе сотрудники полиции раскрыли дело о нападении на 81-летнего пенсионера в поселке Тума. Нападавшим оказался 37-летний житель соседней области. Мотивом преступления послужило пристрастие к спиртному. Я совершил ограбление. А кого ограбил? Петровича, я фамилии не знаю. Выпить не дал, палкой его избил. Пострадавший видел нападавшего только один раз и не был с ним знаком лично. Ворвавшись в дом, он потребовал денег на алкоголь, и когда получил отказ, злоумышленник начал избивать пенсионера. Мужчина пытался защитить его 46-летний сын, но силы оказались неравны. Погасив сопротивление, злоумышленник скрылся. В МВД России по Клепиковскому району поступило сообщение из Клепиковской ЦРБ о том, что в Клепиковскую ЦРБ был доставлен гражданин, житель поселка Тума с телесными повреждениями, относящийся к категории тяжкого вреда. В ходе расследования стало известно, что 37-летний житель Владимирской области ранее уже был судим за угрозу убийством и хищения. А в вечер нападения был сильно пьян и собирался еще употребить спиртного. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.